Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Сука Ебаная, и сегодня уже пятая часть новых сериалов. И да, сегодня у нас будет сериал такой вот, который мы обозревали уже в третьей, по-моему, части, во второй даже части. И это конец этого сериала. Написано конец. Так что вот, что я тут понял. Оказывается, они все это время говорили, но у них какой-то микрофон вообще тихий, я не понимаю, что они говорят. Либо что-то у них какие-то неполадки там, на чем они снимают. Ну и, собственно, смотрим. Ну, немного слышится, что они говорят, но разобрать трудно. Неужели они сделали то, что надо было сделать во всем сериале? Включить хорошо микрофон? Или что-то они другое сделали? Я немного понял, что посмотри на экран, и он зачем-то ей дает факел. Больше я ничего не понимаю. Вот, теперь я понял, что кто-то сказал, либо девочка, либо вот этот вот, это мальчик. Сейчас, собственно, нанимаются какой-то фигнёй, всё равно ничего не понятно. Зачем-то берут редстоун, зачем-то кидают мясо, зачем-то кидают кирку, зачем-то... Я вообще ничего не понимаю. Суть сериала, точнее, название сериала, «Двое во тьме», но я не вижу никакой тьмы. Они на улице ходят, всё нормально вроде. Ну, по-моему, уже лучше стало слышно. И эта серия уже немного получше той серии, которую я обозревал. Ах. Все-таки меня бесят эти звуки. Как так можно смотреть? Я не понимаю даже. Еще один минус у этого, кто снимает, очень лагает Майнкрафт. У меня тоже такое бывало, когда вот, к примеру, делаешь бесконечный мир, идешь куда-то вдаль, и там у тебя начинаются лаги. У него, кажется, какой-то телефон такой, поэтому у него тоже такие лаги.
Но он видит солнце. Я что-то вообще не понимаю. Ну, кажется, какое-то выживание. Просто выживание. Но не сериал. Тут нету никакой истории. Нету ничего, что может затронуть зрителя. Тут есть ерунда. Как они маются фигнёй. И всё. Ну, конечно, серия, вот, которую я обозревал, немного поинтереснее была. А это... Я лично ничего не понял, что они сейчас сказали, что-то прости меня, просил он что-то, я, и может быть это город какой-то, может быть это девушка, ну, девушка президента, ну, к примеру, или дочь президента, а это как в Resident Evil, он должен спасти ее от зомби, или как, можно объяснить, ну, вообще немного похож на какой-то город зомби. Вот посмотрите, фонтан, тыква, арбузы, какая-то вон, я даже не знаю, что это такое, церковь или медпункт. А там какие-то сундуки были. Я вообще не понимаю. Ну, может быть, это реально какой-нибудь Resident Evil? Ну, как его зовут? Стоп. После того, что у вас было, ты спрашиваешь, как его зовут? Это что-то новенькое. А хотя, наверное, так всегда бывает у нас. У него вылетел Майнкрафт. Ну, точнее, не вылетел, а вылетел с сервера. И можем тут посмотреть, что у него тут, какой Майнкрафт, 0.11.1. О, ну как у меня. Да, и он не остановил даже. Ой, как так? Уже все понимаешь, что это не сериал. Это просто выживание какое-то. И он хоть скажет что-нибудь? О, стоп. Теперь мы можем разобрать, какие у него сервера. Так, Perfectium какой-то, Game for Craft. О, я, кстати, могу на них зайти. Выживание у него, выживание. Да, я включу игру. И теперь что, он будет ждать, пока она зайдет на сервер? Как так можно? Хорошо, что я это вам показал. О, стоп! У него там были еще эти какие-то мира, но я не буду отматывать. Стоп, а куда он сейчас зашел? Он определенно зашел не на сервер. А куда? Это вообще что? Это сериал или что? Или это прогулка по мирам Майнкрафта? Что-то странное происходит, когда я играю в эту игру. Давайте смотреть дальше, что у него странное происходит. Надо входить обратно в этот мир, чтобы вернуться. Странно немного. Вау. Я не понял, это сериал или выживание? Я прям при вас вам покажу. Сейчас покажу вам. Вот, Майнкрафт сериал «Двое во тьме». Конец. Что? Что? Наконец-то. О, ты родился, да?
ладно, я... Что это за звуки были? И, кстати, у него вроде прорезался голос. Стоп. Во что будет ребенок? Сейчас еще больше вопрос задается, что это такое? Я не могу лишь не вставать. Еще пару минут. И что он будет операцию ей делать шерстью, или мечом, или киркой, или факелом залезет туда? Ну, а может быть, он ножницами? Зачем же он взял ножницы-то, а? А? Да, он мечом ее режет. Ой, ножницы взял. И самое интересное, будет ли ребенок? Я не удивлюсь, что ребенок будет вот эта нитка. Или шерсть. Или житель. Ребенок-житель. Или свинья. Ну и где ребенок? Куда вы его посадили, в вагонетку? Как ребенка можно посадить в вагонетку? Да. Ой, у меня родился ребенок. О, да, посадите его в вагонетку, чтоб не сбегал. Нормально же. Нихуя себе, блядь. Он посадил ребенка в вагонетку. Ну это, конечно, супер. Можно похлопать даже. Я даже не ожидал, что такое будет. Вообще прям. Извините за мат, конечно. Ну... Как до такого можно было додуматься? Прям браво тебе, браво автору.
Зачем она его бьет? Хотя я бы тоже бил его. Давай, сломай вагонетку и пусть ребенок убежит. Ну вот и все, наш сериал закончился. Сериал я так и не понял, в чем заключается. Просто, ну я немного понял, что какая-то девушка начала рожать, он магией засунул ребенка в вагонетку, и этим сериал заканчивается. И чей это ребенок? Может его? Или чей? О, ребята... Даже не знаю, что сказать насчет этого сериала. Этому сериалу я ставлю единицу, только единицу, и все. 2 подписчика у него нормально. Кстати, по-моему, у него было 0 подписчиков вчера. Хм, кто же эти подписчики? Ну ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был я, сука ебаная, и до скорых встреч. Пока.